Здравствуйте, о погоде на пятницу, 4 августа, расскажу вам я, Дарья Белева. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам по-прежнему пасмурно, а также небольшой дождь. Днем прохладно, плюс 16 градусов, ночью плюс 11. Скорость ветра 4 метра в секунду. На юге Бурятии солнечно, днем потепление до плюс 23, ночью плюс 14. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Солнечно без осадков. Такой прогноз синоптики дают о погоде в Улан-Удэ. Днем в столице республики ожидается потепление до плюс 22, ночью плюс 16. Скорость ветра по-прежнему 8 метров в секунду. С вами была Дарья Белева. Всем пока!